С Яной вообще мы познакомились в университете. Мы с ней ходили на курсы английского. В общем, у нас раз, по-моему, в две недели были потоковые пары. Но ходил я, сразу скажу, редко. И даже удивительно, что ну, мы с Яной как бы раньше встречались. А вообще, я первый раз ее увидел. Мы с ней выступали на одном мероприятии. Фестивале иностранных языков. Оба пели. Я немножко скромничала. Дима был в то время вообще, мне кажется, на пике своей мужской формы. Он считал, что он сама неотразимость, поэтому сразу пошел в атаку. Тогда у него не вышло, и мы целый год не общались. Вот, и, наверное, с того момента она мне как-то в голову запала, и потом, когда я уже увидел ее на курсах английского, я решил 100% нужно пользоваться шансом. И, собственно, тогда я его заметила, его невозможно было не заметить, потому что он, конечно, из-за всех, в принципе, людей, не то что мужчин, он очень выделялся. Сейчас немножечко с возрастом стал поспокойнее, поскромнее, а тогда это прям была звезда. Ну и, собственно, я заметила, виду не подала, а в его планах была уже давно, и поэтому вот он методично шел к своей цели. Отбил меня у другого мужчины и взял себе на поруки, скажем так. Ну, решение о предложении, да, на меня это тоже сподвигло, то, что я начал понимать, что, ну, как бы, это мой человек, я не хочу его отпускать и так далее. Вот. Ну и в тот момент, когда мы уже встретились, это было в канун Нового года. Встали утром под елочку, я ему подарок приготовила, решила поздравить его первой. Он говорит, нет, подожди, сейчас я. Ставил меня под елочку, закрыл глазки и выходит такое чудо, стоит на колено, в неглиже, с кольцом, и я растрогалась. Я даже растрогалась, заплакала. Он как бы не из тех молодых людей, которые вот я пошел к пацанам, ты сиди дома. Он всегда меня с собой тащит, а у них там такая компания, что мне каждый раз было весело настолько, что просто с ума сходишь, как вообще люди такое могут творить. Недавно с Яной катались на колесе обозрения. Ну, поскольку я не знал, что она там как-то боится высоты. Пойдем сходим, а ну, в момент, возможно, она может сама не ожидала, в момент того, как мы начали подниматься, я сижу, получается, на этом металлическом стульчике, там делаю фоточки, да, с телефона. Ну, и просто в один момент, ну, я поворачиваюсь к Яне, а там вот это вот центральное вот металлическое колесо, за которое держится Яна, там вот так вот, короче, сидит. И с закрытыми глазами, ну, как бы меня это тоже позабавило. Я говорю, Ян, ты что, ну, давай сфоткаемся. Она говорит, я нет, я отпускать не буду. Вот она, наша история любви. Да. Да. Но я не успел. Что, еще сказать? Раз? Ты хочешь хором сказать? Нет, надо, чтобы ты сказала. Так я сказала уже. Давай.